качает песней прибоя, рассвет пробуди. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парусом алым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парусом алым вместе с собой. О, море, море, преданным скалам прибой. Море, возьми меня, дальние дали, парусом алым вместе с собой, с собой, с собой возьми, с собой. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях Роман Лиманский. Здравствуйте еще раз. Спасибо, Господи. Продолжим нашу беседу. Музыкальный диалог, можно так сказать. Прозвучала песня «Синяя вечность». Я всегда в передаче... думаю, вот о чем дальше говорить. Все время, все очень просто, да? Человек исполняет песню и спрашиваешь, откуда взялась эта песня, как она появилась в репертуаре, вот почему, почему именно она, что трогает в этой песне? Потому что Магомаев, я не знаю, не знаю только человека, у кого есть голос и кто не поет его песни. Что это как бы легенда, человек и душа, то есть душа в любой его песне. Ну, я, как бы, можно сказать, люблю его песни петь, потому что они мне по душе. И, дай бог, позволяет голос мне это делать. Mm-hmm. А песня сама, как бы, ну, для города Санкт-Петербург актуальная морская песня, песня про море. То есть все о море. Все логично, мелодично. И красиво. И красиво, да. Красота спасет мир. Ну, ладно, слава Богу. А сейчас вот так, есть какие-то проекты, в которых ты работаешь? Ну, проект у меня... Сейчас я набираю побольше православных патриотических песен. Угу. То есть, хочу занять эту нишу, угу, и по ней идти, по этому пути. А это как-то соответствует вот, ну, духовному состоянию-то? Вот мы начали уже говорить о душе. как православный человек без духовных, то есть песен, без духовных мыслей может существовать. А свое собственное творчество-то есть? Свое есть, но оно мне пока... Под спудом, да, секретно. Финансово пока не позволяет полностью сделать. То есть ты работаешь с фонограммами в основном? Да. А сам себе аккомпанируешь, бывает? Бывает очень редко. Просто я даю это дело профессионалам, которые правильно все саранжируют, напишут. Ну, если что-то надо, я подскажу. А так? Ну, так как ты вот цыган, наверное, постоянно кто-то просит, да, исполнить, куда-то приглашают. Бывают и вот свадьбы, допустим, да? Или какие-то мероприятия. Конечно, мероприятия. Корпоративы. Вот хорошо бы так цыганская, а потом раз патриотическую песню или православную спел. Просто у меня еще есть ансамбль цыганский, в котором я солист. «Династия Румен» называется. «Династия Румен». Да. И вот мы поем именно цыганские песни. То есть вас приглашают, да? Приглашают, да. Ну, это хорошо. И совершенно понятно, что ты в этой среде и существуешь, живешь. Еще у нас просто как бы есть миссионерская у меня деятельность, среди цыган. Тоже как бы учим духовности цыган, учим, чтобы они как бы православие в своей душе держали. А у вас приход, да? Или как-то? Есть приход, да. И миссионерский центр. Вот. Да, при храме Андрея Критского. Ну, может быть, мы с тобой коснемся цыганской тематики. Да, конечно, я приготовил цыганские песни. Да, как это следующая песня, как называется? Следующая песня у меня будет называться «Павлина крылья». Это песня о том, как если были бы крылья у человека, он бы вознес и сделал то, что не может сделать на земле. То есть это стремление души к небу, да? Да, всегда? К свободе, как всегда цыган, свободный человек в душе. А свободным может быть только в Боге. Да. Ну ладно, послушаем. Давай. Я гоно Спаси, Господи, за песню. Очень приятно, что вот цыганский колорит появился в нашей передаче. Это необычно. Вот. Еще удивительно и то, что есть миссионерский цыганский центр вот, в поселке Сергиево. Да, поселок Сергиево. Это бывшая Володарка. Бывшая Володарка. Да, да. Вот. Красносельское благочиние. И, конечно, вот мне бы хотелось, чтобы как можно больше вот такого было национального колорита появлялась передача. И сейчас такое время, когда пора выходить уже вот в люди. И я тоже желаю тебе, Роман, чтобы вот это, ну, это хорошее очень дело, что ты вот именно вот выделил из своего репертуара такое, ну, пространство для вот православной песни, для патриотической песни. Я думаю, это очень сейчас нужно. И не только цыганам, но вообще всем людям России. Времена, так сказать, нелегкие, как обычно у нас. Ну, будем думать о хорошем. Да, будем стремиться к лучшему. Еще хотелось бы послушать как можно больше песен вот именно цыганских. Конечно, сейчас прозвучит песня веселая, цыганская, жизнеутверждающая. А вкратце вот расскажи ее содержание вкратце. Ну, в этой песне рассказывается о том, что у цыган, как всегда, поля с лошадьми. Это неотъемлемая часть наша. То есть, культуры, да. Да, культуры. То есть, это жизнь цыганская. Там рассказывается о том, что надо жить правильно. То есть, если дела какие-то есть, надо их доделывать, восстанавливать. А Пантелей – это кто? Персонаж? А Пантелей – это персонаж, который… Это старец цыганский или кто он? Нет, он как бы человек, которому это, как бы, говорят про то, что надо жить так. Обращаются, да? Да, обращаются, что вот есть, жить правильно надо. Ему говорят, давай, Пантелей, правильно живи, там, да, да. Работай, там, о душе беспокойся, да? Как-то так. Да, он там так и поет, что пора бы тебе все дела восстановить. То есть, жить правильной жизнью. Праведный. И не забывать цыганские какие-то устои. Да. А в Петербурге есть община цыганская какая-то? Вот, ну, сколько цыган в Петербурге? Ты когда-нибудь думал об этом? Ну, в Петербурге цыган много, но что-то как-то сейчас не очень так обособленно собираются. Mm-hmm. Конечно, сейчас жизнь такая, сейчас у всех свои проблемы. Как выживают, да, как бы все, каждый по-своему. Да, то есть обрусели. Mm-hmm. Сейчас в Санкт-Петербурге как бы все живут в квартирах, уже нет там табора какого-то. Mm-hmm. Какая-то романтика это исчезла, да? Романтика осталась в песне. А хорошо бы делать... Знаешь, Роман, вот я желаю тебе, знаешь что? Создать цыганский фестиваль. Чтобы раз в году, летом, где-нибудь на природе собирались цыгане, раскидывали бы табор на берегу реки с лошадьми и пели там песни. И в том числе вот такие и православные, и русские. Можно туда батюшку пригласить, послужить там молебен, как-то там... Можно в этой речке детей крестить цыганских. Ну, как такой фестиваль, чтобы это объединило все-таки. Но это все это можно сделать, но это надо делать как бы с разрешением администрации города. Это все тоже непросто. Это можно. Можно, но непросто. Вот, давай, займись. Будем стараться. Вот. Ну, песня «Пантелей», да? Послушаем. Слушаем. Стесняйся и до тумана от людей. Ай, не порани туке море Пантелею. Саре скречила и восстановить. Амен де кони да гуляют в чистом поле. Ай, жеребенок де Романа Баранова. Макарена, Савио развивается волной. Амен де брички, да ромалей по привычке. Ай, Никонеске, дай с дороги канами свернуть. За два года уйди, мужик, кана с дороги. Ай, то тут чукня сай достигану не. А да ту ванёна и ромалей тарас ванёна. А и ваня маленькая леда цыган. Подожди! Спаси Господи, очень интересная, колоритная песня, которая дает вот понятие о цыганской душе. Вот. Мне тоже хотелось бы что-то, вот, но я ничего цыганского играть не умею, хотя там цыганочку на гитаре могу сыграть. Но я думаю, что это сейчас не актуально. Мне хотелось бы что-то вот тебе сакомпонировать. Вот какую бы песню ты мог? Не знаю, есть одна хорошая песня, которая считается романсом, и считай, цыгане ее тоже любят, поют. И эта песня такого замечательного человека, как Есенин, это наша классика, то есть его стихотворение, его проза, его в песнях, как бы с песнями они душу проникают сильней. В ля миноре пойдет? Давайте споем, да. Ты еще жива, моя старушка. Ты жива, еще моя старушка, жив и я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила ошибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул от сердца финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя, не видя, умереть. Такой же нежный. И мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я приду, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не пути, как 8 лет назад. Господи, можно было бы продолжать, но передача наша подошла к концу. Дорогие мои, на этом действительно передача подошла к концу. С нами был Роман Лиманский, цыганский автор, исполнитель, певец, лауреат многих конкурсов и представитель династии Румен, да, называется, династия Румен. Божьей всем помощи и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. До свидания. Дай Бог. До свидания.